Они таки начали благоустраивать бульвар, поэтому я покажу, как тут сейчас оголовье выглядит, потому что мы сняли сам бульвар, а начало не сняли. Ну и вот туда дальше, собственно, бульвар. А вот вид снизу. Много-много-много шиповника. Не знаю, уцелеет ли он. Собственно, ива. И вот такой привычный вид, любимый. Ну вот, собственно, вокруг бульвара устанавливают ограждение. Здесь его уже успели тряпками затянуть. Так что ждем. Я даже не знаю, когда они закончат. Ну, то есть они пишут формирование комфортной городской среды и там жилье и городская среда, национальные проекты России. При этом они не пишут, когда закончится реконструкция и все такое. И вот это совершенно замечательно. Доставленные неудобства и создаем уют. Нет, ну доставленные лучше, чем предоставленные, как иногда пишут. Уют создают.